Всем привет, вы слушаете Алексея Халецкого, а смотрите продолжение ФФАшечки на восьмерых за нового лидера Конго, Нзингумбанди, не знаю, как правильно это склоняется. Если вы случайно наткнулись на это видео, то перейдите к первой серии, ссылка есть в описании в прикрепленном комментарии. Там ссылка на весь плейлист, собственно, в котором спонсоры канала, например, все серии могут посмотреть сразу. Большое спасибо им за поддержку. А всем вам приятного продолжения просмотра. Лабоизвержение. Так. Кабаси пингала. Один ход до уменьшения. Я не понимаю, как так было? 5 ходов. А стало 2. Что вот тут переключилось у нас? Слушай, если я верну эти клетки, что разве тут что-то будет? А во. Нифига себе, у тебя вход денег. Все, не уменьшается больше. Так, здесь универ готово. Мастерскую доделаем. И после мастерской делаем Мон-Сен-Мишель вот сюда. Или акведук еще. Да блин, почему оно... У меня тут очереди везде не работают. Может еще акведук все-таки? Ладно, еще акведук сделаю. Так, давайте здесь торговцев как раз. Подожди, хочу вырубать на... Помнишь, мы вчера о городе говорили? О каком? На Мон-Сен-Мишель. Ну, выше моей стольни. О твоем. Да, я уже веду. А у тебя другие вообще варианты есть? Кроме как этот. Но я буду селиться в третьем радиусе. Я даже блин, забыл купить археолога еще к тому же. Не, я понимаю, где типа на камне, правильно? Нет. На 3-0. А, на болоте, понял, да. Все. Не, просто у меня вопрос, а у тебя другие варианты есть? Ну, ты же понимаешь, о чем я говорю. Нету. У меня только один. У тебя вот это единственный будет, да? Да. Нет, хорошо. Это второй будет. Народа 300 науки там уже. Встретили Болонью, встретили Сингапур. Смотрите, Болонья вроде что-то прикольное. Районы со зданиями дают своего типа. У нас американец будет, правильно? Теперь в Мбанди уменьшение. Нет, не Нубия. Тогда прими еще раз сделку. Американец, продолжаем? Я кинул предложение. Я принял. Кинул. Так, давайте археолог купим, то я так буду каждый раз откладывать. 800 стоит, да, видите, одного пока можем. А вот здесь мы его построим.
5 ходов, ни хрена себе. Американец, можешь, пожалуйста, на следующий ход воина оттуда убрать? Да, вот так, отлично. Или мастерскую лучше. Производство надо поднять, у меня что-то все медленно строится, откровенно. Что-то Финикия разогнала науку, да? Ну да, уж компуса забафали. Блин, ну и где копать мне? Охренеть. Блин. Что-то вообще все очень далеко. Блин, или покупать лучше археолога тут. Что-то опять я не успеваю. А, слушайте, еще и угля у меня есть, вроде как. Да. Два источника, один уже накапливается. Где еще уголь? Так. Нужна угольная мастерская здесь как раз в центре он. Так, тут покупаем археолога.
Так, не говорите Шуки-Луки. Нет, Оксфорд. Подожди, а где мое чудо-то? А, это не в этом городе. Так вот же оно строится. Подождите, почему? О. Все, вырубаем. Так, народ, что-то я не успеваю ходить. Можно чуть побольше таймера? Потому что это на самом деле у нас не динамический таймер стоит, а хост руками поставил 3 минуты. Культурное наследие. Ого, японец, твой на лагерь. Это что такое? О, Окленд. Да, ну тут уже забрали, ну. Чики-брики. Ау. Что военный лагерь делает возле моей границы? Ну, мне надо где-то один построить, чтобы инженера нанять. Я решил защититься немножко, на всякий случай. Ну, окей, окей. Блин, опять не соображу, где мне что строить. Так, в просвещении. Давайте-ка я заменю на учетные банки пока. Блин, мне тоже надо военный лагерь. Давайте я военный лагерь здесь построю. Ух ты, успел походить. Военный лагерь, чтобы военного инженера сделать и железные дороги прокладывать. Так, где у нас там народ по развитию? Так, а можно какой-нибудь торговца заполучить? Ну, наверное, получу вот этого как раз. Скорее всего. Можно корпорации открывать. У меня что на корпорацию? Мед? А где у нас вообще на меду? 20% роста и 3 жилья. То есть мы вот сможем такие продукции делать. Doubt if you will.
Так. Покупаем фабрику и строим угольную. Народ, а где Грек? Справа от американца. Мне его последнего осталось встретить. Он прячется от меня. Мне нубе с религиозным союзом религию разносит. Апостолами, что ли? Да. Почему не тебе, вот интересно? Вообще надо бы кампус, конечно. Ладно, давайте здесь рабочего. А археологов мы покупаем, я напоминаю. Один из ходов еще у нас. Ну, то есть, пока это работает, надо кампуса строить и делать. Блин, 328 науки, Финикия. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Вот, и у него 13 городов. Соседи там не хотят? Что-то. Мы ему ничего не сделаем. Посмотри, мой проход, американца проход. Да, у меня с мамом. Есть три прохода по одной клеточке. Саммером тоже одна клеточка. Не три, а два даже. Да, два. Два прохода, действительно. Саммером одна клеточка прохода. Грек от меня отстает. Японец далеко, а скорее у меня союз еще ходов 20. Так, храм Минакшия мониторы, это пофигу. Так, какие-то послания у меня здесь. Так, взять ли Лян на аквакультуру прокачать или Пингалу на ценителя? Почему-то Лян хочется. Это вот 100% оборонительных зданий. Давайте на бонус промышленной зоны поменяем. И 12 производства. And being merry. Так, ну, начинает... А, еще не выбрал. Начинает работать мой бонус. 2, 2, 2, 4, 3, 1, 3. А вот и Грек. А чё так мало культуры? Чё там у Грека? Какие-то проблемы.
Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Так, вообще, куда я тут хотел? Мне бы, наверное, в нефть выйти. Оружейная, два арбалетчика, два требушета. Ну это просто купить за веру можно, так? Ну, еще один у нас есть лучник. Есть угольная электростанция. Так. Из чудес. Ну, Эрмитаж интересно, конечно. Вот амбар. Тут точно надо. Так. Апаем до арбалетчика. Тут покупаем арбалетчика. Так, одно прокачано. Теперь оружейную надо. И два требушета. Раз требушет, два требушет. Сделано. Что жить при помощи рыцаря? Два форта. Блин, а может давайте пока экономику откроем? А, тут через это, да? Ну, я сюда же хотел, да, кампус? Блин, мне бы, наверное, все-таки... Давайте я национализм тогда открываю, но по-хорошему надо... Понятно, много у тебя еще послов? Культурное наследие. Достаточно. Тематическое здание я хрен сделаю. Знаю. Что нам надо на воде открыть все. Куда археологов отправлять. Предупреждение, мониторы. Храм Минакши, Килова Кисивани и я Монсен Мишель. Вьетнамец, подвинь своего скаута около Кассер и Брима. Вправо подвину, нормально будет? Да мне пофигу, просто с этой клетки уйди.
А, блин, у меня Снуби. А, ну сейчас я войну объявлю. Как раз хотел. А, молодец. Ты и мне еще заодно объявил, да? А, ну ты в союзе ж. Ну да. Ну, сорян. Ну просто там одна клетка, видишь, сам я там по-другому не вышел бы никак. Ты тут готов к войне, потому что я тут смотрю, у Нуби пушек дофига, ты к чем нападать будешь? Шкетеры, бомбарды, слоны. Да у меня вера есть, если что, справлюсь. Блин, надо бы, конечно, в Болонью еще. Или в Ереван засоюзить. Я же сейчас буду этих апостолов покупать. Я Мон-Сен-Мишель построил. Реликвии, чтобы получать. Нам еще рыцаря надо сделать. Хотя мы ж никого уже не убьем рыцарем. Так, надо как-то собраться и быстро ходить. Утроенный 75% убирает и утроенной силой распространяется. Так, все, тут мы корпорацию поставим этим чувачком. Собственно, оружейная. Давайте канализацию, да, открываем. Здесь купим просто конюшня оружейная. И купим военного инженера. Так, значит, идем в литье, да, в экономику прямо.
Америка, ты дружить будешь? Так, надо еще какой-то корпус, да? Туризма пока мало у меня капает. О, Сиднейский оперный театр можно бы построить. О, мне убили апостола. Первая реликвия. Еще надо апостола. Сколько вообще? Раз. Так у меня пока два храма. Ну, хотя и сюда вот еще реликвии, типа три, да? Ну, вообще больше храмов надо. Блин, может мне промышленную зону где-то здесь поставить? Ну, то есть, чтобы она влияла, мне надо тут промышленная зона. Раз, два, три. Так, на это влияет. Нам вот на эти три города нужна промышленная зона. Раз, два, три, четыре. Да, и нам Банзунсунди влияет. Давайте, наверное... Подожди, а тут раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Да. Вот тут лучше театралку нам поставить в буду. Давайте я отложу. Вот здесь вырублю лес. И поставлю промышленную зону. Да блин, дай пройти. Да, что-то медленно я хожу. Медленно все делаю. 574. Все, вопросы закончились. Скоро 574. Не, ну он может, конечно, проекты читает. Как вариант.
Так, тут покупаем археолога. Так, убиваемся. Америка, подвинь разведчика, пожалуйста. Так. Больше храмов надо, получается. Не успеваю. А, вот где у нас еще уголь. Так, надо туда вот идти его обрабатывать. Священный Грааль. Так, ну пока у нас еще как минимум три места, да? Так, а священных мест у нас сколько? Раз, два. Вот в Вилле еще нету священного места, кстати. Или есть? Есть. Сорян. В Мбумбе нету, да? Блин, я все не успеваю этим походить. Поехали железную дорогу строить. Так, делаем корпорацию. Будет сладкая попка называться. Потому что мед слипнется все. Сначала надо биржу построить, прежде чем эти создавать продукт, продукции. Некуда складировать будет. Ой, не соб... Fucking shit. Вообще, следующим ходом увижу на воде, если они будут, конечно. $650 науки.
По технологиям идем одинаково. Что у него, что у меня по тихе открывается по одному ходу. Только в информационном веке по два хода. Надо химию открывать. Три юнита линейной пехоты. Сначала, может, военную науку тогда открыть? Я больше опасаюсь, что ты, Лёша, муж культурка либо дипломатия. Что-что? Я опасаюсь, что ты муж культурка или дипломатия выиграть. Ну, дипломатия тут вряд ли могу победить, честно говоря. Так, он мне вон обратил... Ну, это из-за того, что меня убивали апостолов, видите. Вот эти два города обратились. Это вот минус моей стратегии. Несомненно. Так, давайте купим еще апостолов, пока есть такая возможность. Надо... Так, а что там православие? О, здания в кампусах и театральных районах. Ну, тут у меня, правда, все куплено, как и здесь. Так, где у нас появились... Появилось ли где-нибудь раскопки на море? Ни хрена, да? Вот два. Так, вот это надо поставить 100% туризма. Так, кампус уже поздно. У меня куча рабочих, которыми я не успеваю походить. Как у нас тут интересно, этого убьют? Апостола. Столько мучеников.
Слушайте, а деньги можно воровать у Нуби? Можно. А если шпиона поймали? Нет. Все, то есть шпион навсегда остается да. Нуби, да? Блин. Никакой торговли. Да, в Киншасе, мне кажется, надо промышленную зону. Да, достает. А тут плюс 2. Я все равно здесь поставлю. Надо вернуть свою религию, а потом полезем. Так, один заряд остался, значит, деремся. Пора, наверное, фестивалить. Привет, у нас союз упал. Так, здесь делаем медовую корпорацию. О, темный век. Скажите, а пульс паровой машины будет работать на салонах? Так, а мне священное место надо на реке делать.
Нам, Лёша, сделки. Ну, наверное, все против Финикии голосуем. Хорошо, облочим кого? Ну, наверное, ученых, я не знаю. Он там проекты читает. Давайте ученых. Так, где у нас рок-группы? В холодной войне, да? Пушки у нас нет, не открыты. Не понял, посмотри сделку. Ничего себе, ты меня отвалил. На автомат ставлю, потому что я тупо не успеваю ходить. Биг Бен, Рурка, Тори Дебилен. Так, а стандартизация что там нам добавляет? А, пастбище плюс производство. Кинул предложение мира в Вьетнам.
Блин, а меня почему-то сделки забагались, я не могу принимать предложения. Пишет неправильные стадии. Вьетнам, я так понимаю, это ты мне кинул дружбу, да? Да. А можешь, пожалуйста, отклонить, и я тебе сам кину. А как я отклоню? А. Но я не могу принять. На меня Алёсина сделка забагалась, когда он отклонил. Так, кинул Вьетнам еще предложение. Америка, вот зачем это тебе надо, когда есть финитрия? Всё, одумайся, что ты делаешь. А он у тебя въехал? Нет, ну я вижу, что он очень хочет это сделать. Он, по-моему, еще там мечниками стоял. Еще предложение Вьетнам. Давно он, и сейчас он строит у меня военные лагеря на границе и делает тут корпуса, бомбард. У меня просто караваны с фиником, давай какой-нибудь другой. Любой другой. Ну, сам предложи. Давай религиозный просто, чтобы вера не влияла. Или ты ко мне прям хочешь караваны кидать? Ну да. Мне больше некому. Ну давай так тогда. Блин, некуда переносить. Американец, грека забираю ее. Я это кто? Финикия. Так, повоюй там с Вьетнамом. Или с Кореей. А, нет. Ну, у грека просто два угля. Ты за два угля будешь Грецию завоевывать? Да. Я сейчас на бомберах. Он у тебя отвалится. Я все заберу. Так, блин, и эти надо строить. Как его? Лабы. Может, все же кто-то захочет установить Финикию? Типа, поставил вопрос прилететь ко мне в гости на бомбардировщиках, при том, что у нее сейчас 700 науки, плюс ко всему. Блин, почему у меня в городах постоянно сбрасывается очередь? Я не понимаю. Ну, в смысле, я ставлю как-то очередь, а он сбрасывается, как будто я заменяю. Америка, можешь воина, пожалуйста, подвинуть с клетки там?
На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут поискать прямо сейчас в плейлисте, ссылка на который в прикрепленном комментарии в описании есть для всех остальных, оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.